В день рождения Ивана Тургенева мы решили выяснить, знают ли челябинцы произведения, принадлежащие его перу. Для этого зачитаем им некоторые крылатые фразы из его произведений. Узнают ли челябинцы Тургенева, выясним прямо сейчас. У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего. Нет, не знаю. Пушкин. А Достоевский. Не знаю, может, Гоголь. Ася. Воспоминаний много, вспомнить нечего. Тоже не знаю. Чехов. Жаться и дети, почти не язык когда-то знал. Русский человек боится и привязывается легко, но уважение его заслужить трудно. Не знаю, может, Александр Сергеевич? Пушкин? Да? Максим Горький. Из русских только Пушкина, Лермонтова помню. Пушкин? Ой, тоже, наверное, Чехов. Он любит такое. Дворянское гнездо.